Шардаринцы готовятся встретить полувековой юбилей города. К следующему году власти обещают привести в надлежащий вид устаревшие магистральные сети, отремонтировать подвалы многоэтажек, обновить фасады. Правда, дойдет ли очередь до всех, жильцы многоэтажного дома номер 12 сильно сомневаются. Много лет подвал утопает в нечистотах, стены рушатся. Собственники квартир готовы заключить договор на модернизацию жилья, но их будто никто не замечает. Мы устали так жить, весь подвал затоплен. Как нам быть? Посмотрите на наши стены. Они скоро обвалятся. Аким столько раз приходил, обещал. А еще смотрите, как они побелили наши дома. Они говорят, что мы не хотим воспользоваться программой модернизации жилья, но это неправда. К нам никто не приходил и не говорил. А когда мы идем, то нас никто не принимает. Посмотрите, какой у нас двор. Посмотрите, как все развалено. А ведь наш город относительно молодой. В нескольких домах, по словам жителей, нет отопления. Зимой шардаринцы вынуждены отапливать жилье электрообогревателями и газом. Опасно, конечно, но выбора иного у них нет. Ну, посмотрите, какой ремонт сделали. Ну, давайте источник, откуда вода. Давайте с этой крыши, источник самая наша крыша. Канализация, дангет, ватерсу. Канализация, вода подналит. Как будто это вот мне надо. Это вот так раз потушили. Хорошо, я вас услышал, да? Займемся этим. Займите, все да. Отрежьте, меня не надо. У меня к вам просьба, бабуся, бабуся, просьба. Документы, которые на участок сзади, предоставьте. Там соток нету. Там соток, пожалуйста, нету. Хоть полсотки. По закону сотку надо, а там сотка нету. Руководство района комментировать ситуацию нашей съемочной группе отказалось, сославшись на нехватку времени. Наша крыша вон, пожалуйста. Да, подвал, крыша, да? Крыша, да. Вы, в первую очередь подвал. Аширова, 10-й дом. Идите поговорите, что у нас 10-й дом, да. А посмотрите на 11-й дом, что там творится. Там вообще полностью 4-й этаж полностью, у всех течет крыша. Аким Шардары от интервью тоже отказался, правда, уже не на камеру. Он пояснил, что вина в том, что горожане оказались в таких жилищных условиях, лежит исключительно на них самих. Мол, шардаринцы вовремя не согласились отремонтировать жилье по госпрограмме. Когда еще предоставится такая возможность, никто сказать точно не может. Одна надежда на посильный вклад местных бизнесменов. Возможно, именно они к юбилею любимого города обрадуют жильцов многоэтажки. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Ербулат Султаев. Информационная служба телекомпании «Отрар».